Мама с папой пришли раньше, и мама говорит, все люди купались, все было вполне нормально, как всегда. И прибежали спасатели, начали свистеть, всех людей быстренько сказали, чтобы все быстро вышли, выплыли. И, в общем, они с приспособлениями, с инструментами вот сюда, вот здесь отгороженная зона, сели на лодку и поплыли. И вот там будут что-то доставать, теперь будем смотреть. В общем, людей не запускают в воду. Далеко люди зашли возле берега, но сегодня такая жаркая погода, и надеюсь, можно будет плавать потом попозже. Они подплыли, там наверху спасатели в желтом. Ну, что они будут делать? В общем, загадочная ситуация, мне через очки ничего не видно, они переплыли, там пришвартовались. То купаться, в общем, они подплывают то в одну сторону, то в другую, никак, наверное, не могут подобраться, не знаю, что там. Что там, интересно. Здесь ничего такого страшного. Леша с дедушкой купаться ушел. Я сейчас тоже пойду купаться. Водичка сюда такая чистенькая, прозрачная. После обеда, конечно, море разволнуется. И не совсем чистая вода. С утра прям идеальная водичка. Рассказывайте что-нибудь. Вам нравится здесь? Угу. Еще приедем? В смысле? Экстремальные съемки. Ради ребят зашла в воду. Чуть тут телефон свой не уронила. Привет, ты куда, Андрюша, телефон уронил? Андрей, Андрей. Андрей, не назор. Мы пришли на обед. Мы обед, пита с картошкой, печень, говядина и йогуртовый суп. Мамулька кушала борщик, зеленушки, печени. Дружка, как всегда, помесь с курочкой, да? Баранчиком, ягнешки. Приятного нам аппетита! Всем привет, мои дорогие, любимые! Солнечного берега, теплый солнечный Анталии, Анталия Лара, отель Miracle Resort. Сегодня возьму вас с собой, покажу вам вкратце наш день, как он проходит. Сейчас уже, правда, вечер, мы идем на ужин, но заставку эту я снимаю вечером, поставлю в начале видео. Всем приятного просмотра! Чем показать нашу Пуцраву? Посмотрите, я каждый день ложу и шоколадку небольшую, и денежку, или ори, или два, посмотрите, сколько она нам наставила здесь, значит, два шампуня, три душ-геля, кондиционеры и лосьоны для волос, для тела, вернее, очень хорошие. Положил нам еще сюда один швейный набор. Здесь такой вот интересный кулечек. Смотрите, для медицинского обфаля. Медицинские отходы. Здорово, все продумано. Шапочки там для души. Мой ужин, смотрите, рис, мексиканские шарики мясные, жареные нудли, куриный супчик, кола. Ребята уже десерт едят. С
Смотрите, у нас отель. Я смотрю немецких блогеров. И из Турции русскоязычных. Посмотрите, у нас переполнен отель. Когда именно номера получали, у нас на 100% заполнены. Не знаю, почему нет где-то туристов. У нас полный отель. Приветики всем. Идем на вечерний шопинг. Показываю вам модницу. Смотрите, какая здесь красота. Живые колы. Это просто прелесть какая. Холл опустел на улице. Хорошая погодка, все, мы идем. Вот наши люди еще в булочную, на такси не ездят, подъезжают на такси, ребята. А может, за ним приехал такси. Люди уже шопинга, а мы на шопинг. Как наш соседи называется? Нирвана, да, мам? Нирвана, и так далее. Ребята наши уже рванули вперед. О, у меня все трясется. Как мне эти маленькие пальмочки нравятся. Обалденные. И ты уходи. Какой воздух упоительный. Горы. Впереди сразу написано шоппинг-центр. Ну что, а что там за шоппинг-центр впереди? Смотри, какой огромный. Дорогу надо. Мы прямо были. Разве? Мама, не. Майя там пчела работает. Найн. Эйшт. Эйшт. У меня с ориентацией не очень-то. Вот наш красивый отельчик. Как домой не хочется, осталось 4 дня. Абсолютно не хочется домой. Видите, наш Миракл, Титаник, и вот сеть дельфинов пошла. Там свой у них собственный дельфинариум. И свой лунопарк. В общем, все там у них. Вот такое у нас местоположение. Купили сынульки и другу его. Две футболки одинаковые подарим. Идем дальше. Я хочу себе такую курточку, ветровочку купить. Но или не понравилось мне, или нет модели моих, к сожалению. Дельфин. Купились мы тут классно, называется базар магазин, намного дешевле вещи напротив нашей, напротив нашего отеля. Здесь так красиво светится дельфин. Да, наш шопинг тур продолжается, надо на подарки еще купить лукумы и все такое прочее. Где-то здесь видели Мигрос, хотим зайти в Мигрос посмотреть, там лукум. Что вы, красотки. Поделили, красотки. Красотки мои. Заходили с тобой, не чемодан здесь. Есть мамульки, да, чемоданчик покупали, только покажу вам вечерний вариант. Ой, как мне здесь нравится, тут не хочу домой, не поеду, мы с мамой сказали продлим. Ну, к сожалению, Аслан. Мы же здесь купили тебе, а Петя вы купили и дедали здесь. Да-да. Здесь покупали джинсы, мне. Здесь какая-то кафешка. Кристалл Бич. Это все. Шиша. Все шуршит кругом. Балуйся. Не знаю, пошли смотреть. Да, это дельфин. Здрасте, Аркадаши. Вы попрошайничаете, что ли? Да, домой охота. Смотрите сюда. 10 евро за фильм. 10 евро за фильм? Гейтс, ну куда вы у вас туэры? Помогите на дорогу домой. С
Сидят знакомые мальчишки, глянь. Шопинг кругом все шуршит. Шопинг процветает. Каждые 50 метров шишабары. Приветики, вы замерзли, Криса? Сейчас в Мигрос зайдем и все. Вон там. Нет. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Девочки продают, тут пробуют луку. Замороженное. Вообще все как у нас, типа хлебушек. Хлеб, смотри, стоит всего лишь 5-25 центов. Такие батоны стоят. Красота. А ты что, хочешь семечки, да? Хочу семечки. Вон семечки, но они, наверное, соленые все. Луком тоже. Ну, я не знаю, где же здесь лукумия. Вон лукумия, пошли. Коска. Кто знает, хорошая она или нет, знать бы, так купили бы. Печенье, здесь сладости. Ну давай в сладостях что-то возьмем. Ты хочешь орешки, мам? А да. Все, мы посмотрели. Мы кексики, викули и браунис. Лукуми, что-то мы не знали. Ничего, в Мигрос принимают только лиры. У меня только было 50 евро. Отдают сдачи. На Симоре там хотел купить шоколадки. А сдачи дают лирами. Куда мне? Мы уже уезжаем через 3 дня. Поэтому будем дальше искать. Идем домой отдыхать. Мы вернулись домой. Нагулялись, нашопились. Все, спокойной ночи всем.